главное, чтобы... Поехали. Не, подожди, мы сейчас ее посмотрим, что... А, ты будешь ее пристегивать? Конечно. Я в городе не хочу ее пускать. Здесь столько всего летает, она просто нажрется и потеряется. Она жрется ворон, там, да, набьет кому-нибудь морду. Так. Ну, она же трезвая. А, давай пока на перейти. Сейчас мы ее на руку посадим. Правая. Давай. Ты подальше отойди, сука. Не смущать. Оп. Оп. Я люблю это дело. Что ты боишься? Страшно? Мне все равно. Может, он тебя боится? Нет? Вот, смотри, куда свалить? Перелет. Это же кучка симпатичная. Ну она еще тебя боится, у тебя еще такая сумочка с таким туканом. Кать, возьми тукана, пожалуйста. Да не-не-не. Кать! Зря ты на паузу поставила. Ой, блин. Не, оно не стояло на паузе. Оно сняло. Карусель, карусель. Так, ну это давай за тобой буду прятаться. Я взвешивал на грузовых весах на работе. 300 кило было первый день, 300 кило было через 10 дней, поэтому... Волнительно, да? Давай еще пошел. Для нее то, что люди ходят, вообще тут Женя ходит, все ходят. А? Нет, надо ходить, пусть это полезно. Конечно. Давай. Сильва. Не страшно. Давай. Попробуй с той стороны снимать, отойти вообще вот туда вот. Ну так легче всего, конечно. Ну так да. Зачем ты снимаешь? О, божечки! Егор! Ну моя сумка! Ну ты чего? Застранцы! Я маленькая, но я на каблуках, ладно. Спасибо. Опчики. Будешь так плохо летать? Малый. А еще? А где еще? А можно научить летать ее над головой кого-нибудь? И это будет шоу. Руку. Давай я за тобой спрячусь, не, она, не, не она, она не поймет. Она не полетит тогда, лучше со стороны. Сейчас не до фокусов просто, она и так... Тоже стрессирована. Застрессированная, да. Ой!
долгую жизнь. У вас слишком много. Она не хочет, да? Ты вообще есть будешь, не? Окей. Жирненький кусочек. Нервочки. Нервочки. Что по людей сказать? Ты смотри, а тут не получится. Ну да, это все из-за меня было, конечно же. Зачем ты за ней бежишь? Ты как это? Ты не надо такой... Рельсы тут внизу ты будешь. Ты как-то на какой-то охоте, она хватает там в полете фазана, и за ней бежит собака. Ты клади себя на землю, вот это. Снимай. Ты же умеешь, давай, с земли. Зачем с земли? А, кстати, да. Я могу лечь на землю, а она сверху такая раз. Ну, как вариант. Ну, тут как-то, по-моему, не очень... Один он! Можно обратно разгрести листики и как бы тебя на листики положить, и это... Она в полете не срет? Где опять вот за спину сюда? Она, по-моему, от тебя так быстро летает. Катя, не забудь переворачивать свои фотки. Нет, это же не хоррор-фильм. Твое присутствие рядом с ней, оно ускоряет. Смотри, нет, если она еще будет, то а птица назад будет сама лететь. Понимаешь? Ну, как вариант вообще звать, чтобы двое людей звали туда-сюда. Это... Или же я одна туда-сюда бегала. Так, сейчас, ладно, ее последний раз. Вот я говорю, когда я сейчас последний раз позову, это все, значит, она не полетит вообще больше. Ни разу. И говоришь, что последний. Предпоследний. Предпоследний. Да. Обманите. Так, там самый вкусный кусок. Женя. А, ну ладно, стой, может, что-то прокатит. Ёп ты! Ну, что ты сказала? Ну, давай, слезай. И так жопкой нам помахивать, типа. Ха-ха-ха-ха-ха. Был бы венец, она бы... Ну, теперь она зависнет там. Хрен снимешь, да? Нет. Не, вот это вот... Да, чтобы она не... Ника угрожающе сматывает бобину. Не, она просто сидит там, кого-то боится, и... Надо ее снимать. А я могу с той стороны забора просто подойти, и она улетит. Ты не рви уже птицу, Женя. Кушаем.
Если бы кто-то тут поближе бы жил, можно было бы так почаще делать. Ну, можно было бы, правда, устроить шоу с перелетанием утром через голову. Для меня не проблема. Ты знаешь, утром для меня проблема. На самом деле ей часа в три надо как раз. Ну, три часа не так плохо, в принципе, можно подбирать. Будние дни особенно. Ну, кушать она сегодня вот чуть-чуть будет. Надо было меньше тупить. Так. Ты же не остановила, да? Нет, я не остановила. Да? Я пойду сумку снимать. Ах, да, вот сумку она, снимать. Это видео снимать. Ты не поможешь. Нет. Он уже вешал. Я же не допрыгну. А ты попробуй. Я вообще никак не допрыгну. Да ты просто ее потяни. Да ты сумку бы не пробовала? Господи, блондинка. Все. А теперь эту палочку сунь куда-нибудь Егору. Возьми, я с тобой в качестве. Что здесь происходит? Кто хочет фото с птичкой? Недорого. А? Он уже перчатку просто. Да. Это, кстати, гнусиная веревочка, в смысле, юни. Че юни? Ты ее куда? Я поздно ее обнаружил.